На конференции помимо конфликта в Сирии обсудят ряд ключевых проблем, в том числе миграционный кризис. Российскую делегацию на форуме возглавляет Дмитрий Медведев. Его повестки — двусторонние встречи, а также выступление на завтрашнем заседании. Перед поездкой Медведев дал интервью агентству «Спутник». Речь зашла об украинском долге. Как заявил премьер, в Москве готовят соответствующий иск в суд, но рассчитывают на решение проблемы во внесудебном порядке. Еще одной темой стали санкции, ответные меры, принятые нашей страной. По словам Медведева, европейские коллеги неофициально призывают Россию отменить ограничения в том или ином секторе. Между тем, как отметил глава Кабмина, правительство в этом вопросе учитывает интерес российских аграриев, которым этот режим дал новые возможности для развития, и они просят его сохранить.